от лица Дарьи Мельниковой. Такие эмоции вызывает песня «Дерево любви». Финалистка проекта «Проснись и пой» выбрала ее вместе с наставником Ираклием Нартикашвили. Случайно наткнулась на нее в интернете и поняла, это именно то, что нужно. Сейчас идут студийные репетиции. Дважды в неделю Дарья встречается со своим педагогом по вокалу. Каждая песня в себе несет информацию или то, что человек хочет передать. То, что он чувствует. Эта песня, я ее чувствую, она мне нравится. Мне хочется улыбаться, хочется радоваться. Дарья Мельникова прошла большой очный тур проекта «Проснись и пой». Наставник конкурса по вокалу Ираклий Нартикашвили выбрал ее из десятков претендентов. Во время прослушивания Дарья так проникновенно исполнила народную песню «Ой, трава зеленая», что музыкант признался, у него перед глазами проплывали картины сюжета, что, по его словам, лучший показатель таланта. Дарья – студентка фольклорного отделения педагогического университета, а еще преподает вокал детям в одном из домов культуры Челябинска, но хотела бы попробовать себя в эстрадном направлении. Ну, хочется каких-то новых знаний, что-то новое увидеть, услышать. Перенять опыт или еще что-то, потому что век живи, век учись. Ираклий Нартикашвили предоставил девушке такую возможность. Однако привычная манера исполнения поначалу только мешала. Пришлось в чем-то себя ломать, пересиливать. И есть какие-то мои пристрастия как исполнителя, мой слух. И поэтому, наверное, мне хочется пока, чтобы конкурсанты пели моей головой. Запоет душа, запоет душа. Не делай акцент на это. Запоет душа, запоет. Не выбрасывай этот слог. Не пуляй его, да. За которой долго мчались мы. Хорошо поставила. За которой долго мчались мы. Во время репетиции у Дарьи включен диктофон. Все советы наставника она прослушивает дома. Добивается идеального звучания. Главное для Дарьи петь так проникновенно, чтобы слезы побежали хуже самого кондиционного слушателя.